Всем привет! Сегодня поговорим о проекте Svendis. Svendis представляет из себя децентрализованную систему исследовательских сообществ, внешних аналитиков и исследователей, сообщество разработчиков Svendis, внешние разработчики, ученые данные и держатели токенов, клиенты и участники, трейдеры, аналитики, хедж-фонды и инструментальные инвесторы, венчурный капитал, вкладчик по продаже токенов, обмен. Я заметил данную компанию, поскольку у нее есть три очевидных плюса. Первое. Платформа является мультифункциональной. Второе. Платформа помогает заработать людям, поскольку включает в себя инструменты по обработке данных. И третье. У компании имеются довольно успешные партнеры, такие как, например, Credits. Планируется, что Svendis займет лидирующее место современного течения криптовалютного трейдинга. В разработке платформы принимают участие специалисты мирового масштаба. Svendis готов решить проблему, в которой нет точных решений, легко доступных путем рекламы своего продукта и более широким сообществом цифровых трейдеров. Компания хочет заняться проблемой быстрорастущего спроса на торговлю и исследования потребностей инвесторов и трейдеров, и держателей акций. В данное время спрос растет очень быстро, и технологии не стоят на месте. Удовлетворить этот спрос может только платформа на блокчейне за счет своих главных плюсов. Это скорость обработки информации, прозрачность и безопасность. Svendis будет визуализировать исследования, структурировать подачу данных для специалистов, заниматься торговлей, объединять в себе многократные системные визуализации и так далее. Далее хотелось бы поговорить о дорожной карте проекта. Дорожная карта проекта рассчитана на тактическую перспективу до 2019 года. Также на экране вы можете видеть распределение токенов 60% на продажу, 20% команде, 10% адвайзерам и партнерам, 5% на маркетинг и 5% на фонды. Теперь поговорим о использовании средств, собранных на ICO. 40% развития и безопасность, 30% аналитический департамент, 20% маркетинг и бизнес-развитие, 5% это на операции и 5% на юридическое подкрепление. Теперь поговорим о команде проекта. Здесь вы видите всех членов команды, вернее, не всех, а верхушку, и можете ознакомиться с их профилями в LinkedIn. Теперь поговорим о адвайзерах. Среди адвайзеров вы видите множество именитых адвайзеров, в том числе адвайзеров из России. Можете подробнее ознакомиться с их LinkedIn, к счастью, они у них не заблокированы. Далее я хотел бы поговорить о партнерах. Здесь вы можете видеть партнеров, ознакомиться с ними подробнее. Теперь поговорим о рейтинге данного проекта на самом именитом ICO-трекере ICO Bench. Рейтинг данного проекта составляет 4,4 из 5, что является большим показателем, но пока нет экспертных оценок. Это оценка исключительно местного алгоритма Bench. Чтобы максимально объективно оценить данный проект, нужно дождаться оценок экспертов. Софткэп данного проекта не обозначен, хардкэп 12 миллионов долларов США. Вот, в общем-то, и все, что мне хотелось рассказать о данном проекте. Чтобы подробнее с ним ознакомиться, переходите по ссылкам, которые я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. До свидания.